Николаевич! Конечно, вызвал. Слушай, Валя, тут такое дело, горю, понимаешь? Дело в том, что у меня сейчас в прямом эфире должен выступать один агроном, винодел, понимаешь? Текст мне прислали, а этот паразит не приехал. Слушай, прочитай за него, а? Я за него? Ну, Валер, ну ты же артист, ну что тут такого? А вдруг заметят? Валер, ну кто заметит? В прошлом году, вспомни, Паваротти не приехал. Ты же заменил, никто ничего не заметил. Ну что? Я не знаю, а какой он из себя этот агроном? Валер, ну я почем знаю, ну не видел я его. Ну обычный ты агроном такой. Понял, а что в тексте? Валер, я его в глаза тоже не видел, Валер. Ну не читал, не было времени совершенно. Ну ты даешь, я разочек прочитаю тогда, да? Валер, читать некогда. Пора, пора, 5 секунд осталось. Спокойненько начинай. Да-да, все. По-моему, сигнал. Дорогие радиослушатели. Несмотря на то, что наша агрофирма в этом году оказалась в жопе, в жестких экономических условиях, вина нашего производства, вина нашего производства уже выше мирового уровня по спирту и ценам. Это не громкие слова. Громких слов я не люблю. Да и какие громкие слова с моим дефектом речи? Не обращайте внимания. У нас уже никто и не замечает, что я страшно заикаюсь. Мои подчиненные меня понимают, как говорится с полуслова. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что хотя мне уже 90 лет, вообще-то мне 60. Выгляжу на 90. Я по-прежнему работаю и дегустирую за троих молодых. Вот недаром у нашего народа, у нас, у грузин, уйди за рейх. Вообще-то я не совсем грузин. Мать русский, отец армянин. Шутка. У нас, у грузин, есть такой пословиц. Без труда и с пруда и форель не поймаешь, понимаешь? Мои коллеги мне часто говорят. Вах, 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 вах. Как ты можешь? Ведь ты уже совсем старый, совсем старый женщина.
не выступление есть. Тихо, написано же, тихо. Дорогие радиослушатели, вы слушали выступление главного агронома агрофирмы «Три семерки» Сулико Кокилашвили, который записал и зачитал с ее слов наш корреспондент накануне ее безвременной...